Всем огромный привет! Сегодня чистый четверг. Я всех витаю с праздником. Вот, сегодня все убирают, пекут паски, красят яйца. В нашей семье тоже каждый печет свои индивидуальные паски. Андрюша сегодня испек. Теперь я пытаюсь сделать. Значит, с самого нас сегодня у меня будет сначала творожная паска, а потом я приготовлю еще другую пасочку. Ну, что нам для этого понадобится? Домашний творожок, вот 500 грамм я взяла, высыпаем сюда. Вот. Понадобится нам 5 яиц, но так как у меня еще у Андрюши осталось 2, я заберу вот этих 2 яйца, и тут 4 яйца. Стакан 250 грамм сахара, 2 пакетика ванильки, разрыхлитель, лимонная цедра. Масло нам понадобится растопленное. Вот у меня изюм с клюквой. Уже я их намочила, высушила. И плюс 400 грамм муки. Ну, 400 грамм, может, мы не будем использовать. Мы будем смотреть по обстановке, сколько нам надо будет. Самое начало, это мы берем наш творог. Вот. И мы его потихонечку... Боже, я не то взяла. Нам нужен блендер. Сейчас я возьму блендер, и мы наш творог хорошо его перебьем. Так, я взяла миксер и сейчас хорошо перебью домашний творог. Это очень хороший домашний творог. И хорошенько мы его перебьем. Видите, как мы хорошо перебили творог вот, блендером. И теперь мы этот творог отставляем в сторону и будем взбивать яйца. Для этого мы берем отдельную мисочку. Выливаем эти 2 яйца Андрюшина, что тут было. Так. Дальше остальные. Раз. Вот, у меня хорошие яйца, желтые домашние. 2. И 4. Ну, в общем, у нас вышло 6 яиц, потому что Андрюша мне еще раз выдал. Сахара 250 грамм. Добавляем 2 пакетика сахарного, ванильный сахар, в сторону, да. Вот. И теперь мы берем наш миксер классный, который у нас уже где-то лет 6, еще, слава богу, работает. И мы будем взбивать очень хорошо, прям аж до густоты, до пены. Так, видите, получился у нас какой яйца взбитые сахаром. Дальше мы добавляем сюда 140 грамм масла сливочного растопленного. Дальше лимонные цедры. И немножечко вот так, можно добавить апельсин, если у кого-то есть апельсиновая цедра. Лимон добавим. Дальше отправляем наш творог. Вот так. Так что здесь. Хорошая у нас мисочка. Силиконовая. Просто приятная. Так. Сейчас мы будем потихонечку это все взбивать. Так. Будем это все хорошо взбивать миксером. Отдельно у нас будет 400, я взяла 400 грамм муки. Ну вот. Но буду добавлять постепенно и по чуть-чуть. Сейчас я возьму вот пакетик разрыхлителя. Так, вот так мы хорошо, видите, взбили. Я отставлю в сторону. Ставлю в сторону, не весь пакетик, потому что это на полкилограмма муки. Я чуть-чуть оставлю вот так, и мы возьмем это хорошо, перемешаем. Как всегда, мука просеянная хорошо, я перед этим ее просеяла. Вот, добавим сюда разрыхлитель и будем постепенно по чуть-чуть вот так
Вот так, по чуть-чуть, немного. Взбиваю. Я уже включила духовку для того, чтобы она хорошо разогрелась до 200 градусов, чтобы она была хорошо для выпечки разогретая. Так, видите, вот такая у нас получилась масса. Сейчас мы сюда добавим изюм, у меня 140 грамм. И немножко я добавила клюквы. Мы это хорошо вот так перемешаем все. И потом приготовим форму. И будем выпекать. Сейчас мы смажем формы. Смотрите, как я купила сегодня формы красивые. Вот такие вот. Разные. Мы возьмем, хорошо смажем всех внутри. У нас бутылочка греется. Хорошо. Смажем. Надо будет еще приготовить фольгу, чтобы их накрыть, потому что говорят, гаражные паски, да и такие паски, чтобы они не лопались, надо их накрывать фольгой. Честно говоря, я никогда так не делала, но в этом году и сделала. Вот так. Что сегодня покашливаю, простыла. Ну все, будем вот так. Сейчас я смажу руки маслом и буду выкладывать. Все выкладу, потом хорошо их расправлю. Так, а теперь мы отправляем в духовочку. Так, у нас вот так вот на 180 градусов. И сейчас возьмем фольгу и накроем. Все хорошо. Накроем его вот так фольгой. Нет, правильно. О, уже готовый. Так. О, какой аромат идет. Не влезете. Ох. Надо будет, когда они остынут, открывать и потом сделать глазурь. Есть глазурь, которая у тебя, а я хочу сделать две пасочки со сгущенным молоком глазурь. Смотри сама, это ты печешь, я свои пек. Это ты уже делаешь. Я еще параллельно, ребята, не хотела снимать, потому что сегодня уже четверг. Я сделала тесто крафин. Я добавила, как в том году делал Коля, в этом году поставила, да, поставила, вот видите, чтобы оно подходило. Там у меня дрожжи, молоко. Уже посмотрим, сделаешь. Ты сегодня да? Будешь делать? Да, они пускай еще подойдет, ты, Саша, еще не подошло. Ну, хорошо. Будут одни с сыром, другие будут... Ты с сыром? Да, да, то два разные. А те другие. Ну, то есть, точка-то. Мало, то есть. А тут есть такие, да? Да, их надо будет сейчас украсить, открою их всех, помажу. Немножко остынут, а потом уже будут другие. Ну, с изюмом тоже, да. А уже пишет их нема, да? Есть много чего. Есть, есть, да. Просто на это надо время, уже время сколько? Уже начало 9:00. Сейчас пока подойдут те крапины и испеку, мне завтра на работу.
Я уже не смогу. Ну-ки, Светланки вышли творожные. Красивые, конечно. У тебя лучше вышли? Чё, лучше осталось. Молодец. Какая красота. Я люблю творожные. Они такие вкусные, сладкие. Я помню, ты в том году делала. Ты мы быстро их скушали, правда? Mm-hmm.